Валентина Исаевна Сафарова, директор ГРУ Республики Башкортостан, управление, правильно называю, государственного аналитического контроля. Мы встретились первый раз в жизни, но немедленно через одно рукопожатие вспомнили одних из самых сильных экологов Башкортостана, которые теперь еще и в Москве работают. Поэтому всегда очень приятно передавать слово коллегам, готовым поделиться с нами своим опытом. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, большое спасибо за то, что вы пригласили поделиться опытом нашей республики, потому что мы давно уже работаем с мусором достаточно плотно. Несколько слов республики. Республика Башкортостан является крупным индустриальным центром Российской Федерации. Значит, с развитой нефтяной отраслью, топливно-энергетическим комплексом, химической, машиностроительной и так далее промышленностью. Вы видите, значит, нашу республику и настолько разноплановые промышленности, что нашему управлению, нашему министерству надо быть асами во всех практически областях. Важнейшей проблемой промышленных регионов республики является обеспечение экологической безопасности населения, которое гарантируется нашей Конституцией. Уполномоченных органов в области охраны окружающей среды Республики Башкортостан является Министерство природопользования и экологии. А вот Управление государственного аналитического контроля – это структурное подразделение Минэкологии, задача которого входит обеспечение Министерства достоверной экологической информации. УКАД представляет собой структуру, которая находится в 4 регионах, и главная организация – это город Уфа. Мы знаем, что аналитическим структурам предъявляются очень жесткие требования, и вот наше управление обладает всеми, соответствует всем этим требованиям, то есть стационарная лаборатория, которая аккредитована на более чем 800 токсикантов в разных средах, вы понимаете, это достаточно большая область, укомплектована мощным аналитическим оборудованием, а также хорошими специалистами. Нами разработаны вот основные направления работы КБУ ГАК, значит, и нами разработан системный подход, который заключается в оценке фактического состояния природных объектов, установлении взаимосвязи между источником загрязнения, учете индивидуального характера каждой отрасли промышленности, правильном выборе аналитических методов, выделении типичного природно-техногенного комплекса и выявлении участков экосистем наиболее уязвимых. Почему я останавливаюсь на стационарной лаборатории еще? Дело в том, что возможность стационарной лаборатории позволила нам все-таки оттолкнуться от источников загрязнения и провести четкую увязку между источником загрязнения и фактическим состоянием окружающей среды. То есть метод отпечатка предприятий, который позволяет быстро и достоверно определять источник загрязнения, актуален при наличии нескольких источников и базируется на наличии ранее накопленных и систематизированных данных. У нас по каждому предприятию есть базы данных по источникам. Эта база данных получена не расчетным путем, а фактической инвентаризацией, которая наиболее достоверна. И на основании этой базы данных разработан метод отпечатка предприятий, который реализуется в системе управления качеством атмосферного воздуха. Ведь если мы будем просто фиксировать, плохо или хорошо, а если плохо, то куда бежать дальше? Кто виноват?
Поэтому маркерные соединения, они должны контролироваться на источниках. И очень хорошо, что услышали нас в свое время федеральные структуры. И сейчас вы знаете, что в новых требованиях, документах, новых документах все предприятия первой категории должны оснащаться датчиками, автоматизированными датчиками контроля именно по маркерным соединениям. В нашей республике этот метод внедряется уже с 2008 года. Вот, по примеру, город Стерлитамак, например, у нас небольшой город, где-то порядка 200 тысяч населения, но этот город, рядом с этим городом находится целый промышленный комплекс, огромный промышленный комплекс, который включает вот такие крупные предприятия, как БСК, КАУС, Тексода, СНКЗ, которые имеют определенную специфику выбросов. И эта специфика приведена здесь на слайде. Значит, из базы данных мы выбираем присущие именно маркерные соединения только этим предприятиям. И тогда уже, контролируя эти соединения и на станциях автоматизированного контроля стационарных постов, и на источниках, мы можем четко определять, кто и надо. Это приборы, которые контролируют у нас, которые применяются у нас на автоматизированных станциях и источниках. В основном это приборы Харибана, неорганические соединения, и приборы фирмы Сенспек на органические соединения. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на... перечень достаточно сложных органических соединений, которые необходимо контролировать в непрерывном режиме. Для этого мы работали с фирмой Sinspec, и я специально сама ездила в Туанзе для того, чтобы они свои приборы адаптировали под наши условия. Они с успехом и с высокой селективностью контролируют все эти соединения. Аналогичная система. На источниках предприятия также стоят датчики контроля, которые с высокой достоверностью контролируют те самые соединения. Это система передачи данных, автоматизированных данных, которые позволяют объединять их и принимать объективные решения. Аналогичная система сейчас внедряется и в городе Уфа. Значит, вы видите вот на слайде, что город Уфа – это тоже достаточно промышленный город, где сосредоточено 4 самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в России, а также Уфа-Уфсинтез – это нефтехимический завод. Кроме этого, у нас есть машиностроение, а также деревообрабатывающая промышленность, то есть практически весь спектр сложных в экологическом плане промышленных предприятий. Вот такие предприятия, которые необходимо контролировать. На источниках этих предприятий уже установлены датчики контроля по приведенным соединениям. В нашей республике еще практикуется такое, есть такая практика, когда заключается соглашение между предприятием и или компанией предприятий и республикой о том, что предприятия за свой счет ставят станции автоматизированного контроля, стационарные посты, ну и, естественно, устанавливают еще и датчики контроля на источниках загрязнения. Вот я приведу пример, что в Стерлитамаке, когда вот с 2009 года эта система стала внедряться, мы фиксировали превышение по ряду компонентов долгосрочно, то есть может быть даже до полусуток. Сейчас, если появляется какое-то превышение, то уже предприятие тут же реагирует, и это не получается такое достаточно краткосрочное, то есть максимум где-то час. Принимаются решения, быстрые управленческие решения для того, чтобы исключить попадание превышения в атмосферу загрязняющих веществ. Даже сами предприятия говорят о том, что эта система настолько хорошо работает, что они отслеживают свои технологические режимы. То есть если пошли превышения, значит что-то неблагоприятно, а значит и продукция будет не того качества, которое должно быть. Вот этот метод отпечатка предприятий, который разработан в нашей республике,
Он позволяет с высокой точностью определять виновников. И с нами уже и не спорят. У нас была такая ситуация, когда мы в городе Уфе обнаружили диэтилбензол 137 ПДК. И это было таким сигналом, мы быстро построили по всем соответствующим соединениям, мы быстро построили профили и определили, что это виноват у нас, это наливная станция, которая на нефтеперерабатывающем заводе. Быстро проверились с прокуратурой, оказалось, что это действительно они виноваты. И знаете в чем? Они просто нарушили режим налива цистерн. Когда скорость, им, конечно, нужно, чтобы подвижной состав меньше времени находился, когда скорость налива они превысили, и аэрозоль, которая образуется при этом, она поступала в атмосферный воздух и поступала в город. Это было быстро прекращено, достаточно было заведено уголовное дело. После этого никаких безобразий не было. То есть это вот такой четкий поиск источников загрязнения. Но необходимо сказать о том, что наиболее востребованная аналитическая информация, она, конечно, в штатном режиме, она очень важна. Она очень важна при аварийных ситуациях. У нас, конечно, большой опыт нашего управления, когда мы сопровождаем аналитическое сопровождение ликвидации аварийных ситуаций. И вот здесь очень важно, когда те приборы, те лаборатории, которые используются, дают абсолютно достоверную информацию. Вот пример, когда у нас произошла разгерметизация конденсата провода, и рядом находился населенный пункт, это случилось вечером, и ночью уже была обстановка, ну, очень сложная. У нас работали там передвижные лаборатории, поскольку, естественно, стационарного пункта там не было. И мы видели уже превышение по сероводороду 130 ПДК. Запах был просто невозможный. Но при этом, понимаете, аналитики очень такие грамотные и с хорошим опытом аналитики понимали, что что-то здесь не то. Мы быстро отбирали пробы в лабораторию и определили, что это, оказывается, не сероводород. Хроматограмма на хромасе, которую вы видите, такое количество здесь пиков в атмосферном воздухе было. И когда мы ее реконструировали по ионам, мы увидели, что здесь огромное количество меркапталов и дисульфидов. А это соединение, которое в десятки раз токсичнее, чем сам сероводород. И самое главное, что в споре с хозяином этого конденсата провода, они ведь уверены были, что у них товарный газовый конденсат, и у них там нет сероводорода. А когда мы показали все это, конечно, спорить нельзя было. Но самое главное, что в 2 часа ночи на основании наших данных было принято решение об эвакуации населения этого населенного пункта. И было сделано совершенно правильно, иначе утром, наверное, бы... Ну, дети, во всяком случае, не проснулись, а так мы избежали летального исхода, и все было сделано правильно. Но хочу обратить внимание, что когда у нас в передвижной лаборатории стояли анализаторы фирмы «Хариба», дело в том, что когда определялся сероводород, простите, мы тут же запросили фирму, может ли повлиять легко окисляемая сероорганика на результаты по сероводороду. Нам ответили, что нет. Фактически это да. И после этого они приняли наши данные. То есть почему достоверно должны быть, и даже такие фирмы, как Хариба, то есть должны быть абсолютно достоверные данные и уверенность в том, что мы получаем правильную информацию. Вот вы видите, что практически идентична эта сумма меркапталов и сероводород. О чем говорит, что этот прибор выдавал за сероводород именно меркаптал. Значит, другая ситуация у нас случилась в прошлом году, я думаю, наверное, многие об этом знали. Это беда в Сибае, когда загорелся карьер. Вы представляете, глубина где-то около 500 метров, ширина до 2 километров. И начались процессы тления руды.
это спонтанные процессы, которые абсолютно невозможно управлять. То есть перитная руда в условиях доступа кислорода и воды начинает самовозгораться, и это происходит в толще карьера. Не барты карьеры загорелись, а это в толще, и начинают спонтанно выделяться процессы, поскольку выделяться газы этого процесса, а поскольку это перитная руда, то это продукты окисления серы. Нам пришлось изучить все эти процессы, которые там происходили. И это нужно было делать очень быстро, потому что заседание КЧС, потому что население волнуется. Превышение идет по серосодержащим соединениям. И вот я здесь как пример хочу привести, что ни в коем случае нельзя пользоваться сигнализаторами, которые покупает население. Ни в коем случае, потому что, приведу пример, у них недостаточно селективности, потому что они имеют перекрестное влияние. И мы в данном случае убедились в чем? Да, превышения были по окислам серы, но они при этом выдавали десятки, сотни ПДК по сероводороду, которого там не было. Мы работали над, вы видите здесь, точки контроля. Это практически карьер прилегает к населенному пункту. Населенный пункт, то есть вот эти улицы, они были под влиянием горения карьера. И надо было принимать решение, то ли эвакуацию нужно, то ли, и самое главное, абсолютно достоверно правдивую информацию доносить до населения. Поэтому мониторинг был круглосуточный. В этом участвовали несколько, то есть это и Роспотребнадзор, Гидромет, наша структура, передвижные лаборатории стационарных постов там не было в это время. И надо было, чтобы, во-первых, правильные грамотные решения принимать, ни в коем случае не искажать их, доносить до населения все, но ни в коем случае не создавать панику. Это очень важно. Я еще раз повторюсь, что при сопровождении аварийных и чрезвычайных ситуациях, а здесь как раз была объявлена чрезвычайная ситуация, грамотно надо иметь очень достоверную информацию. Ну, об этом я уже говорила, о том, что... Значит, теперь хочется сказать о том, что у нас как лоскутное одеяло. В России каждый регион идет по своему пути. Вот мы выслушали, значит, еще Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Челябинск. И у каждого идет свой подход. Все-таки необходимо, чтобы был единый подход, чтобы у нас это все регионы как пазлы складывались для того, чтобы у нас была единая система мониторинга. Значит, мы проанализировали ситуацию по этому мониторингу, которая складывается в России. Вот посмотрите, мониторинг, основные задачи его – это получить текущую информацию, оперативную информацию и прогнозную информацию. И вот получается, что на регионы самая сложная задача выпала – это получение оперативной информации для принятия решения, потому что именно руководство региона ответственное по Конституции за благоприятную среду обитания жителей этого региона. То есть получается, что должны получать непрерывную информацию по воздуху особенно, поскольку это самая динамичная среда, и оперативную информацию для того, чтобы принимать оперативные грамотные решения. Так вот, на этой схеме мы предлагаем, что техногенно нагруженные регионы, особенно техногенно нагруженные города, может быть, все-таки в регионы передать это право, когда автоматизированная система, она получает все. Она получает и текущую информацию, и оперативную информацию, на основе которой можно строить прогнозную информацию. Так, может быть, финансовые федеральные структуры могут поучаствовать в создании такой системы, и в промышленно нагруженных территориях можно создать единую систему, а самое главное, что при этом не будет дублироваться функции, и самое главное, что не будет двойного вложения финансов. Вот наше предложение, что
чтобы законодательно определить общие требования к автоматизированным системам, наделение органов государственного экологического надзора правом проведения внеплановых проверок, на этом я особо остановлюсь. У нас ведь данные, которые идут со стационарных постов, они нелегитимны для того, чтобы предприятию предъявлять какие-то требования. Нас предприятие может наказать только в том случае, когда его за руку на источнике поймали, а в другом случае они не виноваты. Поэтому нужно так, если определились маркерные соединения, присущие конкретному предприятию, именно превышение определились на станции, то структуры, природоохранные структуры, могут зайти на это предприятие, оперативно тут же проверить источник, который фактически может быть виновным. И тогда уже принимать решение. Поверьте, предприятия, когда они будут понимать, что их в любое время могут определить как виновников, они будут вести себя по-другому. Определить статус системы мониторинга, ну и вот передача полномочий Российской Федерации по внедрению оперативного мониторинга атмосферного воздуха в техногенно нагруженных городах субъекта Федерации с выделением субсидий из бюджета Российской Федерации на выполнение этих полномочий. Мы очень рады, что плодотворно контактируем с Москвой, но нужно понимать, что многие регионы не имеют таких финансовых возможностей, и поэтому участие федерального центра в создании автоматизированной системы техногенно нагруженных регионов будет очень правильным. Спасибо за внимание. Спасибо. Обсуждали эту тему и очень долго шли к ней. Большое спасибо. И можно мы вас сразу пригласим в наши рабочие группы, которые занимаются актуализацией справочников по наилучшим доступным технологиям. Просто бальзам на душу. Спасибо. Спасибо огромное.